девчонки, вы такие молодцы, но вы знаете, что надо приседать, тоже уметь правильно. При выполнении упражнений очень важно контролировать колени, потому что это самая травмоопасная зона. Всегда контролируйте себя по зеркалу, чтобы она составляла прямой угол между мысочком и коленом. Да, давай еще раз. Угу. Расставь ноги чуть пошире. Угу. И приседай. Контролируй колени. Да, отлично. И также контролируй спинку, чтобы у тебя вот здесь не было прогиба. Ты держишь спинку прямо, не надо выгибать, да, и приседай. Таз толкай назад. Да, обязательно давить на пятки, когда мы поднимаемся, чтобы в мозге у нас не происходил дисбаланс на ногах. Давай еще раз. Прям дави пятками, чтобы вся сила при подъеме уходила в ягодицы. И еще раз. При широкой постановке ног очень важно обратить внимание на колени. Ни в коем случае нельзя сводить при подъеме. Поэтому контролируем ноги, приседай, чтобы они шли под тем же углом, как вы присели. Вот у вас проекция идет, и поднимайся. Колени должны сохраниться в той же позиции. Давай еще раз. При этом контролируем спину и обязательно соединяем параллель с полом, чтобы квадрицепс был параллельно полу. Это обеспечивает прямой угол между коленом и бедром и позволяет максимально проработать как ягодицы, так и квадрицепс. Спинку держи ровно и пятками дави в пол. При подъеме на приседание в плие очень важно контролировать движение таза. Оно не должно у нас выходить вперед, чтобы, как кажется девушкам, увеличить нагрузку на ягодицы. На самом деле этого не происходит, травмируется крестец, который не подлежит восстановлению в 90% случаев травм. Мы контролируем как колени, опять-таки, чтобы они смотрели в разные стороны, так и положение таза. Поднимаемся. Оно должно оставаться в том же положении, как когда мы присели. И очень важно, таз не подводить от себя. Это максимальное положение таза, которое должно быть. Теперь поднимаемся выше. И так низко садиться не надо, потому что это создает острый угол в коленях, что ведет к травме. Давай еще раз. До, не, выше, вот. Чуть ниже. Вот так. Идеальное положение ног, при котором сохраняется угол 90 градусов. Оказывается, это не так уж и сложно, главное привыкнуть соблюдать правильную технику.